Ну а в Эквадоре из-за острой нехватки электричества на 2 дня закрыли все государственные учреждения и бизнес-предприятия. На такие крайние меры властям страны пришлось пойти из-за катастрофической засухи. Большая часть электроэнергии Эквадора зависит от гидроэлектростанций. Основные водохранилища, на которых расположены гидроэлектростанции Эквадора, почти пересохли. А на крупнейшей плотине уровень воды упал на 40% ниже среднего. Засуха затронула и соседнюю с Эквадором Колумбию. Власти, которые прекратили экспорт электроэнергии в Эквадор, чтобы избежать ее нехватки у себя.